Что это за шум? Хоть самолеты какие-то летают. Сегодня День независимости, 4 мая. А, вон, смотрите. А, я не вижу, где они на камере. Вон. Зависимости, у нас летают тут самолеты, вертолеты всякие. Вот сами видели, тут над нами летали только что самолеты, истребители. Мои животные все испугались, когда пришел домой, они просто ко мне подбежали, около меня легли и все, никуда не уходили. Ну все, они уже отошли. Типа, я уже давно дома, потому что... И сейчас пойду выйду собаки на погулять, потому что уже 3 часа. Да, я очень умный. Я мог выйти на улицу и взять своего собаки. Но хотя у собаки был бы шок. И я боюсь, что он бы оглох еще больше. Он, потому что и так старый, он бы испугался. Просто, мне кажется, я вообще никуда бы больше не пошел. Потому что он нереально громко. Прям вообще мои уши были к этому не готовы. Я подумал, что у меня сейчас барабан перепонки лопнут, и все, пипец будет. Так что да, сейчас пойду погуляю собаки, поставлю телефон на зарядку, потому что он у меня почему-то сел. И пойду пылесосить, потому что... Потому что уже много мусора скопилось, и вообще вчера надо было пылесосить уже, поэтому пропылесошу сегодня, пока будет заряжаться телефон. Как понимаете, уже прошло на самом деле достаточно много времени. Я уже давно погулял с Собакиным, очень давно. Уже 6:19. Погулял с Собакиным, пообедал и рисовал картину, порисовал. Тут буквально немножко. По-моему, прикольно. Получается, кстати. Большая часть уже, в принципе, нарисована. Осталось совсем немножко. Вот, так что да, вырисовывается и... Сейчас планов у меня вообще на сегодня нету. Влог, скорее всего, опять получится коротким. Буду снимать тиктоки. У меня в планах сегодня снять 3 тикток минимум. И поэтому, наверное, начну сейчас. И думаю, возможно, попозже пойти куда-нибудь погулять. Но это не точно. Если со мной кто-нибудь пойдет гулять, то пойду схожу погуляю. А если не пойдет, то кто не пойдет. Да, и я тоже никуда не пойду. Докапываемся до кошки. Вообще, изначально она сюда пришла, до меня докопалась, начала тут орать, мяукать. Я? Марфусь, ты чего, с ума сходишь? Марфуня. Кайфует, тва. Ой. Куда-то поползла. Да. Что-то заметил, что тебя снимают, да? Хорошая койка. Падай. Я прекращаю снимать, а она начинает тут вытворять выкрутас всякие прикольные. Марфуня. Вот. Видите, допустим. Thank you.
Тебя что-то разозлилось уже. Чё ты царапаешься? Всё, ясно, кошка злая стала. Я иду в Бэтку за шоколадкой, потому что такие шоколадки классные, вкусные и... вкусные продаются только в Бэтке. Надеюсь, я успею, потому что Бэтка скоро закроется. Поэтому иду в Бэтку, да. И еще родители попросили у меня купить там им что-нибудь. Папа сказал, эклер хочет. А мама сказала, йогурт хочет. Поэтому я тоже куплю. В конечном итоге я успел в Бэтку и еще вот сейчас собак куплю. 9 часов даже нет. Шоколадка, человек. Продолжаю снимать тиктоки. Снял я все-таки один тикток еще и иду гулять. Почему бы и нет? Ведь еще даже 10 часов вечера. Кто-то пересмотрел Пушман. Это блогерша такая, они там со славы снимают. Реакция на 4 свадьбы и другие передачи. Я такой посмотрел. И она там так прикольно говорит своим кавказским акцентом, поэтому все, это теперь моя привычка тоже будет, и все. И, кстати, меня позвал Соня, блядь, не я ее. Прикол. Так что мы идем курять. Ненадолго, наверное, но все равно лучше, чем сидеть дома. А потом я приду домой и опять сниму тикток. Вай-вай-вай-вай. Вай-вай-вай. Нажми на плей. Чайник. Варим чай. Соня чай себе заваривает. Дорогу дальнюю. Да, идем гулять на лесу, что не жарко? Все, мы погуляли, я ничего не снимал, потому что, ну, типа, это не было смысла. Просто тут чисто круг обошли. Ну как? Короче, просто я ничего не снимал. Я иду домой снимать тикток. У нас уже 11 часов. И... да. Сниму тикток. Я туплю. Я не знаю. Сниму тикток и буду тогда уже заканчивать влог. Я начал монтировать влог и забыл о том, что я забыл попрощаться. Круто. Круто. Да. Круто. Моя койка уже тут спит. Маруся. Маруся тут лежит. Недалеко от нее. Я уже снял еще один тикток и я думаю, самое время закончить влог, потому что мне завтра, блин, на учебу. Вообще, честно, на учебу это... мне вообще не хочется абсолютно. Завтра еще, тем более, нужно прям идти в технику, то есть очно учеба будет, это, ну, такое себе. Сколько? В 9:40 у меня начинаются уроки, и будут они до 1:30, поэтому... ладно. На самом деле, там не сложно, в техникуме будет, как всегда, 2 латышских и 3 математики, поэтому нормально, как-нибудь отсидим. Поэтому да, ребятушки, все, на этом все. Всем пока.